В больнице Семашко произошел пожар. ЧП случилось утром субботы. Как сообщили в МЧС, причиной стало возгорание компьютера в рентген-кабинете. Сильное задымление распространялось на соседние медицинские отделения. С медицинским персоналом совместно с личным составом Орловского территориального пожарно-спасательного гарнизона было спасено 35 человек, эвакуировано 40 человек. Впоследствии люди были размещены в соседних медицинских отделениях. Главврач больницы пояснил, что ущерб от происшествия сравнительно невелик. В связи с пожаром учреждение работу не приостанавливало. По факту возгорания региональная прокуратура начала проверку. Установлено, что в нарушении действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности должностными лицами учреждения не был обеспечен надлежащий контроль за безопасной работой и использованием электрооборудования рентгенологического кабинета. Материалы проверки с постановлением, вынесенным прокуратурой Советского района, были направлены в Следственный отдел по Советскому району города Орел, Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». Проверить состояние пожарной безопасности во всех медучреждениях области сегодня на аппаратном совещании поручил Андрей Клычков. Силами медицинских организаций проверить у себя на месте работу и пожарных сигнализаций, в случае необходимости тогда выходить на департамент для того, чтобы дополнительно усиливать меры безопасности в лечебных учреждениях.